Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkwood. Камни нам не нужны, здесь у нас тоже камни. Торговец, ну что у тебя там есть? Давайте посмотрим. Конечно, хотелось бы взять таблеточек, но я, наверное, не буду. А еще я хотел бы взять здесь лезвие топора и сделать себе топор. Почему-то мне кажется, что им можно будет прорубать где-то себе путь прегражденный. Ну, может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Может, оно просто как оружие у нас идет. Ладно, побежали, наверное, мы с вами куда? Естественно, в деревню. Я так не нашел там эту бабку. Нам нужно ее найти. Так, где-то здесь должна быть яма. Тихо. Ах ты, пердун, на-ка. Опа. Два выстрела, и он готов. Смотрите-ка, носит тряпочки и бутылку. Давайте заберем это все. И поехали, поехали по подземным туннелям прямо в деревню. Здесь очень много всякого вкусного лежит. У меня инвентарь как раз почти что пустой. Будем собирать все, что найдем. Ну, а самое главное, нам найти надо бабку-курятницу. И выпросить или выкрасть у нее ключ. Ну, что-то в этом роде. Так, надо мне, наверное... Мы в этом доме были, я что-то вот не помню. Туда, наверное, идти бессмысленно, потому что... Вроде бы как... Все закрыто, перекрыто. Так, еще один дом. Опа-на! Ну-ка... Кто тут у нас? Тебя никто не научил пользоваться дверью? Ноги прилипают к полу из-за слоев птичьего помета и перьев. Старушка смотрит на меня с подозрением. Она притягивает кур поближе к себе. Ты прохвост этакий. Не по моих курочек пришел. Бормоча что-то под нос, старушка прикладывает голову одной из куриц к своему уху. Через мгновение она успокаивается. Что ж тебе там курица-то сказала, что ты успокоилась? Нет, не по твоей курочке, я пришел именно к тебе. Я многое повидала, я ни одну войну пережила, но такого не видела. Бог мне свидетель, здесь не место для людей, не для кур. А для кого ж тогда здесь это место? Для сумасшедших? Ну-ка, пластиковый цыпленок, фотография дороги. Святые угодники, откуда ты это взял? Где ты это нашел? Старушка кажется встревоженной, куры затихли. В воздухе висит напряжение. Матерь Божья, это же курочка Яника, мой подарок, братику моему. Девичья обозлился он так, говорила я ему, останься, ты неграмотный, ты не знаешь, а он не послушал и пошел к тому человеку. А с этого момента, бабушка, поподробнее, к какому человеку он у тебя там отправился, твой Яник, твой братик? Вот, возьми, к нему пошел, к нему. И не вернулся больше. Старушка сует мне в руки мятую фотографию. Спасибо тебе, бабуля. Я надеюсь, эта фотография мне что-то хотя бы прояснит. Так, я вижу... Ага, это же доктор у нас, да? Брат птичницы. А это Яник. Ладно. Значит, здесь замешан доктор во всем. Женщину трясет. Курица на ее плече с трудом удерживает равновесие. Только вы у меня и остались, мои сестрички. Ну, как я вам и говорил, эта деревня просто сумасшедших каких-то. Она с курами тут общается. Ох-ох-ох, я помню это место. 6 лет прошло, как я там была в последний раз. Та дорога когда-то вела в соседнюю деревню. По ней можно было доехать до ближайшего городка, но теперь это невозможно. Все позарастало деревьями. Так, ладно, здесь все, сплетничать. Давайте-ка посплетничаем. Бедная Аннушка сошла с ума. Какой-то мужик заделал ей такого уродливого ребятенка, что даже дворняги на него лаяли. Бедняжка. Того сожгли вместе с хатой, а уродца куда-то уволокли. Люди боялись, чего удивляться. Старушка дружелюбно улыбнулась, обнажив 3 желтых зуба. Давно это было, но ты же все помнишь, курочка, правда? Ну, курочка-то, может быть, твоя и помнит, а мне-то... А что до этого?
Да, вашего урода. Тут вся деревня у вас таких. Еще можно сплетничать, да? Знак восклицательный стоит. Слава Господу Богу, что он оставил нам свиноматку. Выглядит животина, правда, будто бы прихворала. Но, как по мне, здоровье у нее поболее, чем у нас всех вместе взятых. Только благодаря ей у нас есть, что в рот положить. А как же твоих курочек, чё вы не кушаете-то, не готовите их, а, бабуль? Давай, колись. И все, да? Да, это мы уже читали. Это все было. Так, странно. Матерь Божья, опять этот выродок. Черт бы побрал его и его скрипку. Лицо женщины покраснело, и она начала кричать. Пошел вон от моего дома, ты уродище паскудное. Что там за скрипач? Еще нашелся. Действительно, играть он не умеет. Так, надо будет его найти. Что у нас здесь? Так, карта. Свинарник. Ага. Ну, на свинарнике мы уже были, поэтому нам карта эта не нужна. Древесина. Тут курицы. Так, надо этот дом, наверное, облазить хорошенько. Что-нибудь да полезное. Так, ящик с инструментами. Опять же, тряпка и пустая бутылка. Все, как говорится, пригодится нам в деле. Так, а здесь шкаф. Опа, крестик весь покрыт грязью и ветками. Деревянный крестик, облепленный грязью и веточками. Слушайте, вот аборигены типа того же, да? В голове у них какие-то корни там растут. Так, а в этом шкафу что? Изолента. Тоже, кстати, хорошая вещь. Много куда нужна. Так, а здесь металлическая дверь. Заперта, здесь нужен ключ. Ага, вот тебе и не задача. Так, а тут открывается. Ух ты, горючка. Так, тихо, давайте. И руль. Я не знаю, нужен ли нам вообще этот руль. Или это просто как уже хлам. А здесь что, руины. Сгоревшие развалины деревянного курятника. Ага, понятно, курятник, значит, спалили, теперь она их с собой носит. Хотя нет, ух ты, куриное яйцо. Черт подери, куда мне его поставить? Ну что ж, придется тогда, наверное. Блин, может быть, хлеб? Нет, хлеб стоит 15. А руль стоит вообще 0. Так, давайте вот так сделаем. Фиг с ним, с этим рулем. Ну-ка, курочки, разойдитесь, что тут есть? Корзина с яйцами. Ух ты, красное яйцо. Выглядит как обычное, только красное. Слушайте, мне кажется, что его можно будет съесть, и оно даст нам эссенцию. Давайте вот так вот сделаем. Черт, я только пришел, еще и грибы тут растут. Блин, хоть возвращайся обратно в деревню, ой, в деревню, к себе домой. Выкладывай все и обратно сюда возвращайся. Что можно здесь потратить? Так, хлеб. В принципе, фонарь у нас уже на исходе. А, во, вот так вот. А вот теперь мы собираем. Вот какого хрена я вот это сделал сейчас, а? Какого лешего ты, блин, наступил? На эти грибочки, блин. Так, еще одна корзинка и еще одно яйцо. Обыскать. Оу. Конечно, возьмем проволоку. Она нам нужнее. Блин, обидно, конечно, что мы раздавили с вами гвозди. Ну, их абсолютно некуда ложить. Раздавили с вами грибы. Тут и так их в последнее время немного. Что ж, наверное, будем отсюда выходить. Так, мы сюда зашли через окно. Давайте-ка, наверное... Древесина. Тут пусто. Также и выйдем через окно. Хотя там дверь есть. Но... О, извините, я больше не буду. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что это за музыкант. Я не виноват. Знаю, что плохо звучит. Моя скрипочка, она немножко расстроена. Я больше не буду. Извините. А что? Что вы сказали? Вы были в доме птичницы.
И вы не побоялись ее? Вы такой смелый. А вы видели ее? Красавицу. Она самая прекрасная. Я наблюдаю за ней через щелочку в окне. Я смотрю, как она меняется, хорошеет. Я для нее играю. Я хочу, чтобы она была счастлива, потому что она очень грустит, потому что птичница закрыла ее в той комнате. А парень дело говорит, там же была комната, которую нельзя было открыть. Она держит ее в плену, она ей завидует, она не разрешает никому к ней подходить, да даже мне. А она знает, что на Ивана Купала я выловил венок красавицы. Именно так. Птичница знает, что это означает. Красавица выйдет за меня замуж. Мы будем ходить на речку, и я буду ей играть. Слушай, паренек, не хочу тебя расстраивать, но мне так кажется, что там далеко не красавица находится, а какое-нибудь чудище. Я пробовал ее вызволить, но птичница прогнала меня, как всегда. Я искал и другой ключ у пана Яна, но он куда-то пропал, и теперь я не знаю, как попасть к нему в дом. Так кивнуть. Вы такой добрый, такой добрый. Вы как он. Вы напоминаете мне моего папу, но мой папа изменился. Да и мама тоже. Они не хотят слушать, не хотят слышать о том, как мне грустно. Ладно, парень, давай вылази из-под трактора и с тобой поговорим нормально. Ой-ой, я вам не надоедаю, правда? Не уходите. Послушайте, не уходите. Из-под трактора доносится нервное покашливание. Вы можете мне помочь? Давайте согласимся, наверное. Но говори, пацан, что тебе нужно. Пожалуйста, найдите ключ от комнаты красавицы. Он у нее, у птичницы или у пана Яна. Я недавно видел его, возле колодца. Мы с ним когда-то там играли, бросали камни в колодец и смотрели на отражение в воде. И кривлялись. Папа говорил, чтобы я так не делал, а то на всю жизнь таким останусь. Теперь вода в колодце все время мутное и показывает страшные вещи. Угу. Ладно, я тебя понял, парень. Вода мутная в колодце, а как же я туда тогда спущусь-то, интересно мне знать. Ну ты даешь. Колодец стоит тут, в деревне. Может, вы там его найдете? Он часто туда ходил, крутился там, заглядывал в колодец, высматривал что-то или кого-то. Короче, я понял, что мне нужно найти какого-то пана. Я должен спрятаться от птичницы. Я пойду туда, ну, там, где зерно было, в северо-восточной части глухого леса. Вы принесете мне ключик, если найдете? Я вас отблагодарю. Только подумать, я и красавица. Ну ты, парень, губы-то пока не раскатывай, еще ничего не известно, как оно пойдет по сценарию у нас. Ну что же, вроде бы как все, мы с ними наболтались. В общем, цель у нас перед нами поставлена. Нужно найти этого пана, у которого есть ключ. Так, веревочка от секретной комнаты, которая находится у бабули. Да, но здесь еще один нюанс, ребята, я вспомнил. У нас же просил оборотень принести ему ключ. Тоже, по-моему, от этой бабки. Вот тебе и раз. Кому же нам нести оборотню? Так. Он говорил мне, что так нужно. Говорил, что поможет. Слушай, ребят, по-моему, у меня инвентарь уже вообще полностью забит. Что за смрад? Что тут, вонище какая-то? Ёлки-палки, это похоже... О, тихо. Сожженное тело. Руки и ноги связаны цепями. Цепь, длинная и прочная цепь. Вот она-то мне как раз и нужна, чтобы я смог слазить в колодец. Там было написано, либо веревка, либо цепь. Ну а на что поменять-то, ё-моё? У нас очень много бензина. Давайте так сделаем. Печь. Кстати, это, по-моему, и есть отец этого паренька. Помните, там было рассказано, что его сожгли? Да-да-да, скорее всего, так и есть. И цепь у него. Так, записка. Топить печь смесью трав. Любисток, ромашка, крапива.
Больного держать в тепле, два раза в день давать ложку сока квашеной капусты. Что за... Что это за рецепты такие идиотские, если честно? Квашеной капустой поить. Бред собачий. Так, ну что же, я даже не знаю. Или мне сейчас вернуться обратно к себе. Блин, сколько всего тут лежит. Обратно к себе в дом, выложить большую часть предметов и опять сюда вернуться, чтобы добрать как можно больше. Все нужно абсолютно. В нашем деле пригодится. Даже если у меня там не поместится все на верстак, можно распасовать по всяким там шкафам, полкам. Так, сколько у нас? А, время-то у нас здесь замерло, так что ничего страшного. Давайте, наверное... А, сюда нам не пройти. Нет, почему? Мы пройти-то сможем. Тут, по крайней мере, есть окошко. Да и двери вон там есть. Смотрите, да, сидят, всем пофиг, что я тут делаю. Ну, если они больные и шизанутые, им плевать на все. А здесь я уже вроде бы как был. Здесь у нас печки. Да-да-да, которые, я думал, что как крематорий похожи. Так, и вот здесь у нас еще одна дверь. И в нее я... А, отмычка. Черт подери, а у меня нет отмычки. А я бы хотел туда зайти и посмотреть, что там есть. В общем, меня просто вынуждают бежать обратно к себе домой, выкладывать все, брать отмычку и возвращаться сюда уже с пустым инвентарем, с отмычкой. В общем, в полном вооружении. Так, хорошо, у нас тут утро, до ночи нам еще очень долго ждать. Как меня... Ай, эта плесень раздражает. Ее надо будет, наверное, ребят, почистить. Так, что у нас есть тут какие-нибудь? Да? 100 эссенций дает это красное яйцо. Ну, это довольно мало. А вот обычные куриные яйца почему-то вообще ничего не дают. И я даже не знаю, что с ними делать. Может быть, они как питание у нас. Так, что у нас на верстаке? Так, мы давайте, наверное, все с вами тут повыкладываем. Яйца. Объединяем бутылки. Так, наверное, веревочки тоже мы соединим. Замечательно, они нам не нужны с собой, мы их брать не будем. Так, проволочки, из них мы сделаем отмычку. Так, вилы. Изолента. Что у нас тут? Тряпки. Канистры с бензином. Ну, ящик нам тоже не нужен с инструментами. И я даже не знаю, тряпки нужны, нет. Давайте выложим их тогда. А фонарик заберем. Потому что мы не знаем, что там будет в этом колодце. Поэтому ствол я оставлю. Починить я ничего не могу. Ладно, в общем, на этом мы, наверное, закончим. И пойдем уже, отмычку только сделаем. И пойдем обратно прыгать в этот туннель подземный. Тихо-тихо, главное не напороться на свой капкан. Так, ладушки. Так, абориген. Пустой, как бутылка. Так, ну что же, тут у нас много где можно разгуляться. И начнем потихоньку. У меня такая идея, может быть, конечно, покажется бредовая. Перебить здесь всех жителей. И мне кажется, что за это мне ничего не будет. Потому что они все невменяемые. Так, давайте мы откроем эту дверь отмычкой и посмотрим, что у нас там будет лежать. Так, замечательно. Что за музыка такая? Так, труп. Ага, проволоку нашли. Я ни хрена не вижу, что тут... Оу, изолента. Тут груда просто трупаков. Давайте-ка возьмем фонарь. Оу. Ёлки-палки. Металлическая труба. Веревочка. Здесь пусто. Ага, здесь
тряпка. Да их тут целая куча. Что тут произошло? Так, еще одна отмычка у меня, грубо говоря, есть. Даже три проволочки. Так, и вроде получается, как все, всех просмотрел. Картофель. А что с картошкой-то делать? Ага, здесь уже нужен ключ. А я разве там не был? Чё-то я даже уже и не помню. А, нет, я там был, ребят. Там через окно можно залезть. По-моему, да, был. Ну что, здесь уже тогда делать у нас нечего. Надо, наверное, выбираться потихоньку. Бронежилетик у меня еще. Ну, конечно, немножко осталось, но это лучше, чем вообще ничего. Ну что ж, давайте пробежим здесь, посмотрим, что у нас. Ага, нам не пройти. Бабуля все ломится. Все ломится в дом. Просит свой кусок свинины за 2 недели. Так, это у нас тут пастирушки делает. Хотя не совсем они все тут и чеканутые. Есть только избранные. Женщина смотрит на землю пустым взглядом. Ну что же, получается, что здесь я уже все оббежал. Задание получил. Найти ключ у птичницы. Ключ у птичницы, интересно. Да, вспомнил, ребята. Мне же нужно будет сейчас в колодец идти. Тут-то по-любому у нее ничего, наверное, я не найду. Никакого ключа. Надо искать колодец. А этот там все сидит, интересно, под трактором или нет? Или уже убежал? Так, ну-ка давайте-ка здесь еще прошмонаем. Ага, это у нас, которым помогать должны были. Лежит на койке. Картофель, что с ним делать? Может быть, просто продавать его? Так, подожди-ка. А, ну мы здесь были, здесь же труп сгоревший. И печка пустая. И причем в таких вот местах обычно, да, заходишь в какие-то подозрительные, начинается музыка, причем очень странная. Как будто что-то должно будет произойти, но ничего не происходит. Блин, где этот колодец-то, а? Он же вроде был как в начале. В начале игры. Я же помню прекрасно, что я проходил. Он прям, нате, залазьте в меня, если хотите. Но на тот момент я не мог, потому что я не знал, что вообще в него можно залезть. И к тому же он был закрыт чем-то, какими-то досками. Теперь у меня с собой есть цепь. По цепочке я смогу элементарно туда забраться. Оружие у меня есть. И я думаю, что мы справимся. Кто бы там ни был. Блин, они меня сейчас все взбесят. Я их всех тут... А, вот он, ребят, вот колодец. Построить. Починить. Да, конечно, будем чинить. И отправляться внутрь. Хотя на самом деле, да, они смотрели вот с этим мальчиком в колодец, в воду, смотрели на отражение, на свое, да. И вода теперь типа мутная и показывает только страшные вещи. А как же я сюда залез тогда? Что тут у нас такое? Нет, ну, подниматься мы пока не будем, мы только сюда спустились. Обыскать. Ага, есть факел и сигнальный факел. Черт, для него места не хватает, давайте так сделаем. Слушайте, сигнальный факел, мне такое ощущение, что он должен освещать определенное место, куда мы его, наверное, можем бросить. Может быть, я ошибаюсь. Так, давайте-ка, наверное, возьмем фонарик. Вот так-то оно будет поспокойнее. Ага, здесь тупичок. Корни. То есть мы под землей. Ух ты, какие картинки, смотрите. Не нравится.
кто тут еще помимо меня шоркается? А вот грибы бы мне пригодились. Получилось. И еще бы не получилось. Жутковатое место. Оу, сколько грибов-то. Так, ну здесь везде тупики. Какие-то узоры. Оу, вот это вот мне уже не нравится. Что тут все кровавое какое-то. Нет, 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 только не эти уроды, а. Я же узнаю этот звук. Так рычат трупоеды. Какая-то замануха. Смотрите. Хорош, блин. Пугать меня здесь. Тупик? Ага, хрен там тебе, не тупик. Опа-на, и все. Дальше мне не пройти здесь. Значит, здесь должен быть другой какой-то путь. Здесь тоже тупик. Черт подери, а. Ходит засранец. И стопудово сейчас выскочит. Надеюсь, он здесь один. Если здесь будет целая... О, грибы. Грибочки. Потому что если их будет целая куча, меня здесь заколбасит. О, вот он, вот он. Черт подери. Да сколько... Три патрона. Опа-на, маленькая пластиковая кукла. И мясо. Ой, как бы. Я даже не знаю, что. Давайте так сделаем, наверное. Изоленту выбросим. Фонарь, ну он сейчас у нас кончится. Так что его не жалко. Маленькая кукла. И для чего она мне нужна? Непонятно. И надо здесь найти кусок мяса. Где мясо? Лампа. Черт подери, куда мясо-то делось? Ага, вот странное мясо, замечательно. Почему мне нужно мясо? Оно дает эссенцию, так что... Не знаю, правильно я иду, неправильно. Хрен поймешь, блин. Отвороток столько. И грибов, главное. Целая куча, что тут, что там. Везде они тут растут. И мне это только в плюсик. Так. Слушайте, я куда-то выхожу. Я нашел выход по ходу дела. Ух, сколько грибов. Ё-моё. Наверное, выучу скилл. Подняться на поверхность. Ну что ж, давайте тогда выходить. А что я здесь делал-то? Мне нужно было найти ключ. Так что надо дальше продолжать искать. Где-то грибы шуршат. Но я их почему-то не вижу. А, вот, вот они. Так, здесь у нас преграда. Мы не сможем через нее пройти. Слушайте, все. Вроде бы как оббежал, что смог. Никакого здесь я пана не увидел. Хотя это труп, трупоед, который бегал. Он мог быть паном. А если мы выберемся из этого колодца, куда мы с вами попадем? Вот еще в чем загвоздка. В доме в каком-то появились. Так, грибочки, обязательно забираем их. Так, ну-ка, открываем, может быть, здесь что-то найдем. Армейский жетон. Макулки. Макулки какой-то.
А яйца мне некуда брать. Давайте тогда вот так, наверное. И еще один шкаф. Пластиковые цыплята. Целая куча. Для чего они нужны? Ребята, если кто знает, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И все, походу, здесь я больше ничего сделать не смогу. Кимарнуть не получится. Сразу говорю. Дайте мне ключ. Баррикада убрать. А, вот почему меня тогда не пускали сюда. Потому что дверь была... Опа, а вот и ключ в курином помете. Вот он, ключ Бабкин. Мы его все-таки нашли. И находился он, извините меня, далеко не в колодце, а вот в этом доме. Так, теперь у меня, короче, стоит такой выбор. Либо мне этот ключ нести оборотню, или же мне отнести этот ключ бабке. Ой, бабке, пацану. Я даже не знаю, что и сделать лучше. Оборотень у нас торгаш, и он, я больше уверен, мне предложит, наверное, один из своих там ящиков, которые у него запароленные. А вот что пацан нам предложит, я не знаю. Написал, что отблагодарит нас по полной программе. Ну что ж, давайте, наверное, тогда все-таки будем помогать этому парню. Ключ у нас, нам остается только лишь найти. А он писал, что-то он там где-то будет в сухом лугу находиться. Так, ну где тут эти ямы-то, елки-палки, я уже хочу... Это кол... Когда, блин, колодец нужен, хрен найдешь, блин. Когда нужны ямы, тоже хрен найдешь. Когда ничего не нужно, они тут как тут появляются. Ага, вот, вот они. Вот они, родные мои. Ну что же, надо выложиться по полной программе. Время-то еще, детское. И я хочу вот это все тут зачистить. Надоело на самом деле, мне вот эта вот плесень на полу. Так, давайте-ка вот так, факелочек у нас есть. Приступим к расчистке территории. Горите. Ну, на самом деле, это, конечно же, не плесень, это что-то другое, но... Для упрощения диалога я буду ее называть плесень. Да, я боюсь даже мне на эту комнатку. Хотя на комнатку на эту хватит, а вот на следующую... Не хватит. Все, факел погас. Не знаю, стоит ли зачищать вот эту комнату. Но мне такое впечатление, что если я здесь не зачищу, она будет продолжать развиваться по всей квартире. Так, 6 грибов. Довольно неплохо. Но все равно мало. Так, и еще 4. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще очень много нужно. Хм. Так, ну-ка давай-ка фонарь-то мы выключим. Че мы его просто так тратим здесь? И я могу, в принципе, сделать еще факел. Так, веревочка, давай-ка сюда иди. Эту вот сюда мы объединим. Проволочка. Так, у нас, кстати, бинтов. Ну, бинтов у нас хватает. Сигнальная ракета тоже есть. Что с этими яйцами делать, пока ума не приложу. Так, бутылка. Бутылку можно, наверное... А, нет, нельзя. Это у нас совсем другая стоит. Хотя... Вот эту можно вот с этой. Вот так. И еще две ячейки у нас освободилось. Давайте-ка, наверное, отмычку с вами сделаем. Без них тут как без рук. Они практически везде нужны. И эту проволочку уже одну выложим. Бревно. Бревно, кстати, тоже можно было бы забрать и поставить его. Так, вилла нам не нужна. У нас все равно есть лопата. Вот так. Надо, наверное, яиц взять с собой. Стоят они 5 очков. Так, и почитать, наверное, дневник. Ну-ка листанем.
Ключ от закрытой комнаты. Мальчик рассказал мне по секрету, что запасной ключик от закрытой комнаты в доме птичницы можно найти в деревенском колодце. Звучит глупо, но это единственная зацепка. А ждать он меня будет в силосной башне, в северо-восточной части глухого леса. Я что-то думал, сухого луга? Нет. В общем, мы себе задание определили. Бежим к пацану, отдаем ему ключ от этой комнаты, ну а дальше уже будем смотреть, как будет развиваться у нас история. Ну а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии. Всем пока и до скорого.